Больше 70 учителей химии и математики из 27 муниципалитетов Приморья завершили образовательный интенсив. Новые знания помогут выстроить эффективную подготовку к ЕГЭ и Олимпиадам, а также интереснее преподавать эти предметы школьникам. В крае у нас открывается 26 опорных школ. 26 опорных школ, которые будут посвящены естественно научному направлению. Это означает, что мы туда максимально загружаем оборудование, необходимое для различной работы по естественно-научным направлениям. Мы на сегодняшний день очень серьезно ведем работу с ДВРА. Это работа, напоминаю, которая ведется сегодня с медицинским университетом, которая ведется с федеральным университетом, именно вот по этим направлениям. Этот интенсив дает большую возможность профессионального развития. Такие интенсивы, тем более с такими знаменитыми коллегами, безусловно, открывают очень многие, как я уже сказала, двери вот именно лично для себя. А тем более мы сегодня понимаем, что вузы готовы с нами работать, это абсолютно точно. Потому что Приморскому краю однозначно нужны те дети, которые будут развивать здесь всю ту инфраструктуру, которая сегодня здесь есть. Приморские учреждения образования активно готовятся к началу нового учебного года. На сегодняшний день больше 70% образовательных организаций края готовы начать работу. Олег Завьялов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.